Банде Гуру Падо Дандам Бхакта Винда Саманнитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитта Ананда Саходитам Си Нанда Нанданаг Банде Радхика Чарано Дайам Гопи Джано Самайуктам Винда Банам Манохарам Ванча Калпатарваша Кипас Индубхавача Патитананг Павани Бхавайшнави Бхо Намо Нама Мукан Карвоти Вачалан Пангунглан Хетикирин Ят Кипатамаханга Банде Парамананда Мадвам Биндавай Тусиде Бибиявай Кешава Сача Шнавакти Паде Деви Саттаваттвай Намо Нама Нараяна намаскритто наранчайва нараттама Девинг сарасватинг вясам тату жайо мудира Шанкиртане кишна катупадеша Гаурия патрашо пракаса неча Садану ракта гуру бхакти жукто Бхакти прамадакша жагод варуна Дейям сада парибхавагнам авиштадухам Тетхаспадам свавиринчанутам сараньям Ветаттихам панатапалабхавадипотам Банде махапурушате чаруна равиндам Ятпадапаллаванакачандаманичатая Биспуриджитакамапикаводушвадарши Пурунануррагарасасагарасарамурти Сарадикамай кадакипам курус Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Шри Аддвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Шри Аддвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Rama. Ajanulambita bhujau kanaka bodhato, Sankirtanai kapitaro kamala yatakshu. Вишам бару дижавару жугодхарма пало банде жагат приякару каруна бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дипа Рупам Бхуктин Ча Муктин Ча Дада Синитам Бхавану Рупена Сада Наранам Ганга Таранга Рамания Джата Калапам Гаури нирантара вигуши тавам бхагам Нараяно прияманго мада пахарам Бараноси пурапати бхажави шанатам Ваги сачушо бадане Лакшмир жасача бхакшаси Жасьясте хиде самбид Твам нишингам хам бхаже Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Jeva Maishe Kita Sohidartha Janesha Dehantara Vartikesu Гехе суджаятмо жарати матсу на прити жукта жавадартха салоке
Jeva maise kito sohidartha jane shudehan tarvarti kesu gehe sujayatmo jarati matsu na priti jukta javadartha suloke Gauriya Goshthipati Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Jagat Prabhupada Paramahansa Jagadguru said that if we are Gauriya Goshthipati Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Jagat Prabhupada сказал, что если мы отклонились от пути Гуру Падпад, мы даже немного, то будьте уверены, что мы отцепились от Анантадева Бхагавана, то есть отошли от него, потеряли связь с ним. И тогда мы почувствуем неудовлетворение, проблемы какие-то, неудобства, беспокойство и какое-то беспокойное состояние явится в нашем уме. И до тех пор, пока мы находимся в связи, в контакте с Анантадевом, до тех пор мы не чувствуем никакого неудовлетворения, никаких проблем в любой ситуации, в которой бы мы ни находились, мы чувствуем себя хорошо, поскольку мы находимся в связи с Анантадевом. Наше сердце очень мало. И с этим умом, с этим сердцем, интеллектом Харибаджан практически невозможен. Но все же мы пытаемся. И все, что мы можем видеть, я, все окружающее, наши проблемы, с которыми мы сталкиваемся, это то, что мы можем видеть. Я могу думать о персональном интересе, а еще о чем-то, это наши маленькие мысли. И поэтому мы должны расширить наше сердце до бесконечности. Бесконечность значит разделить. Если мы обретем место в сердце, и в общем, если мы обретем связь с Анантадевом, или обретем наше место у лотосных стоп Нитянанды, Анантадева, и поскольку Нитянанда Ананда, то автоматически это Анантадхарма, она прикоснется к нам, и никакого неудовлетворения не будет у нас. Много раз Шрила Прабхупад говорил, у нас нет веры в Гуру Вайшнавов и Бхагавана, мы верим. Гуру Вайшнавам, но стопроцентной веры у нас нет, может, 5% или 10% не хватает, или еще чего-то. И поэтому разные сомнения в Гуру Падпадме Вайшнавов, Вайшнава, нами, дами, могут появиться неподобные волнам, большим волнам. Какая-то волна нашей самскары может появиться и как-то нас сбросить, попытаться сбросить, как волна в океане, сбить с ног. И все, любые драмы, ну все, что, ну, конечно, кто-то может на показ пытаться совершать баджан, но последний момент в вашей жизни покажет, совершали ли вы баджан или нет. But better you wait.
Мы не должны смотреть на Гуру Вайшнав материальными глазами. Мы должны смотреть на себя, на свой характер, на свое настроение и пытаться исправить это. Это более практично. И вот большие волны могут, имеется в виду волны наших самскар, прийти, появиться и пытаться сбросить нас с пути баджана. Гуру Падпадма говорил, что такое баджан, и чтобы понять, что такое баджан, это занимает желание, занимается рождение с рождением, но терпение. Не у всех хватает какие-то проблемы, адьятми, дави, катхи, баути. Вот эти проблемы от природы, живых существ и полубогов постоянно появляются, чтобы помешать нам. И вот даже обретя много нектара на пути баджана, все равно люди думают, беспокоятся о чем-то. В этом материальном мире много яда. Шрила Прабхупад приводил пример. Те, кто пчелы, они собирают мед с цветов. Может, вы не знаете, яд тоже в цветах. Но чтобы собирать яд цветов, есть насекомые лутакит. И вот они летают и собирают яд цветов. Хотя, конечно, там есть амрит, нектар, мед. Но все же пчелы, они только яд собирают на мед. Внимание не обращают, как эти совы. Везде светло, но они не могут видеть что-то днем. Только ночью они чувствуют себя хорошо. И у многих такое состояние, они подобны совам, не видят ничего позитивного. И у таких людей удача сожжена и видят только негативное. И у некоторых такая природа, что же делать? И Шрила Прабхупад говорит, это не обязанность пчел собирать яд. И также это не обязанность лутакитов собирать мед. У кого-то одна цель, у кого-то другая. Те, кто против Гуру Вайшнавов, Намасиданта, не могут бороться с ними, их цель отдельная. Моя цель отличается от них. И откуда вопрос борьбы возникает? Кто-то хочет найти и собрать яд, это их цель, пускай занимаются, зачем с ними бороться? Если нам нужен мед, нектар, то мы должны стремиться к нему. И те, кто пытаются обрести яд, и только яд в баджане находят, это их дело, какое нам дело до них. Шрила Прабхупад говорит, пчелы, несомненно, им не нужно собирать яд в процессе сбора меда. И вот эти пчелы, им даже помощь этих сборщиков яда не нужна, чтобы собирать свой мед, они сами его собирают.
Но все равно иногда, если прилетели на один цветок, могут подраться. И суть в том, что до тех пор, пока мы можем, сможем очистить. До тех пор, пока мы можем воспевать намасанки, совершать намасанкиртан должным образом, до тех пор мы будем чувствовать себя удобно, хорошо. То, что сказал Шрила Прабхупад, до тех пор, пока мы можем сохранить огонь санкиртаны, зажженные Шри Чайтанья Махапрабху Шивасангане. Если мы можем поддерживать этот огонь, и вот до тех пор, пока мы можем поддерживать этот огонь санкиртаны, до тех пор мы будем чувствовать себя удобно, хорошо. Пусть люди борются с нами, пытаются забрать что-то. Много раз, находясь на Вьясасане, я говорил, если все оставите меня, я тоже уйду. Ну, я, в смысле, буду продолжать совершать баджан, заниматься духовной практикой. И если кто-то оставит меня, то это их дело. Вот я хочу исполнять указания Шрилы Прабхупады. Это моя главная цель. А все другое я могу оставить. И вот если мы не сможем поддерживать горящий огонь санкиртаны в нашей жизни, если мы не можем сохранить поток санкиртаны Бхактивинодары, и каждую часть секунды, если мы можем совершать Кришна Бхаджан на каждое, если мы совершаем баджан, если я отвечаю кому-то прямо на вопрос, это мой баджан, настоящий баджан, может для кого-то это неудобно, но это тоже баджан. Люди пытаются как-то увернуться от отвечения на вопросы, поскольку боятся некоторые вопросы, на некоторые вопросы они не могут ответить, боятся. Поэтому избегают всяких сложностей, но я не боюсь ничего. Чтобы Шрила Прабхупада Бхактисиддханта Сарасвати был доволен, я готов отдать свою жизнь, посвятить свою жизнь ради этой причины, поэтому я чувствую себя хорошо даже в каких-то негативных ситуациях. Каждое действие, если вы можете, каждое действие должно быть баджаном. Мы эту технику должны использовать. Гуру Вайшнавы могут помочь нам, но мы должны также принять помощь от них. Гуру Вайшнав
Если мы не принимаем помощь от Гуру Вайшнавов, если мы не искренне примем прибежище его Шрилы Прабхупады, то что он сможет сделать? И таким образом Гауранга Махапрабху и все его преданные, они показали нам технику баджана. Шрила Бхактивинода Тхакура хотела показать Бхактивинода Тхакура, объяснить все наши гурварги, большинство из наших гурварги, которые находятся в преемственности с Шрилой Прабхупады. Следующая тема. Если кто-то совершает харинам в уединенном месте, то это не значит, что такой человек совершает баджан. В то время как преданные гуранги, которые плавают в Ганге, они совершают баджан, хотя внешне только плавают. И вот чья-то проповедь по всему миру, является ли это баджаном или нет? Это большой вопрос. Поскольку, если посмотреть на результаты, как дерево, как определить, что за дерево, можно на плоды посмотреть, как манго дает, манговое дерево дает манго, как дерево кокоса не может дать манго. И вот по плодам судят. И такая обычная концепция. Это видя по плодам, видя плоды, можно определить, что за дерево, и не нужно кричать, пытаться доказать что-то, если это очевидно. И вот, может быть, наша проповедь по всему миру может доказать, что мы не совершаем баджан. В то время как Гуру Шрила Дас Бабаджи Махарадж сидит в одном месте, они совершают баджан. И также мой уединенный баджан может показать, что я не совершаю баджан. Или те, кто проповедует, их проповедь может быть баджаном, в зависимости от нашей самскары, бхава, гуру крипы, сколько гуру крипы мы обрели. Гуру Падпадма не какой-то стол заказов. So that whatever you can demand, Guru Bhagavatam can give. If your, и вот если наша баба, наша баба, if you discover that your baba is deviated from Guru Bhagavatam, you can kick out Guru Bhagavatam. Отклоняется от Гуру Падпадма, люди могут доставить такого гуру. But your kick can go directly in the chest of Nityananda. Опять же, если Гурудев он настоящий, то оставление такого гуру подобно оставлению Нитянанды. Я боюсь смотреть на вашу будущую жизнь. Бхагаван благословит вас, спасет вас. Я буду молиться до последнего момента своей жизни Бхагавану, чтобы он спас вас. И такова моя молитва. И вот те, кто совершает баджан или не совершает, это не вопрос борьбы, это не вопрос пропаганды. Это век рекламы. Много раз я говорил. Это время рекламы, в смысле, век рекламы.
Все. В наше время все многое зависит от рекламы. You can get a good market in the society provided your preaching is, your advertisement is very good. Now our preaching is like advertisement. Сейчас, к сожалению, проповедь стала подобной рекламе. But pure devotees, they are less interested. In fact, they don't want. Но чистые преданные не хотят заниматься рекламой, и чтобы все эти демоны, ракшасы и бестолковые, бесполезные люди приходили к ним, поэтому они избегают всякой рекламы и пропаганды. И те, кто по-настоящему заинтересованы в том, чтобы совершать настоящий Гаудия Бхаджан, Нитьянанда Прабху покажет таким людям, куда нужно идти, кто привел меня к лотосным стопам Курупад Падма, я сам свидетельствую этому. Кто привел меня к лотосным стопам моего Гурудева? Никто. Никто не говорил мне, что там живет великолепный, безупречный саду. Я день и ночь молился Нитьянанде, чтобы он послал мне настоящего гуру. И по милости Нитьянанды я встретил его, я никогда не приглашал никого. И они сами приходят и уходят, когда время придет, те, кто удачливо находится какое-то время, не столь удачливы, нет. Да и так же я говорю о Харикатху одинаково перед одним человеком или перед десятью тысячами. Но если есть какая-то негативная концепция в чем-то сердце, то ну, среди слушателей, то ну, это мешает Махараджу говорить, что это негативное настроение. Это как-то чувствуется. Нитьянанда Прабху can guide us. И вот Нитьянанда Прабху может вести нас, и это обещание Нитьянанды, что я помогу им пересечь этот материальный океан, если они у них искренне. И это моя обязанность. Оставь это мне. Только о чем мы должны думать, о том, чтобы думать о Гурусеве, если мы отклонились или появились сомнения в Гурудеве, то это влияние Майи, и это может стать причиной нашего падения в материальный мир. Мы должны помнить об этом. Предыдущие самскары иногда могут появляться подобно волнам. И вот наши действия могут доказать, что мы совершаем бхаджан или нет. Или чьи-то действия, наоборот, могут показать, что он совершает настоящий бхаджан. И вот та шлока, с которой я начал. Пундарик Виданити внешне можно найти, он материалист. Ну, внешне ведет себя как материалист, но было доказано, что Пундарик Виданитхи, он такой великий, преданный, вечный Паршат Радха Говинды или Гауранги, что даже во сне мало кто может представить.
Но ходит в золотых цепях, разодетые. Рай Махашой, он был правителем Видьянагара. Он был таким заместителем царя. И вокруг его окружали всякие материалисты, слоны, служанки, прислуга и прочее. Сам Гауранга Махапрабху хотел обрести с ним общение, но с другой стороны можно видеть, что кто-то заявляет о себе как о международном проповеднике, но Гурварга отвернулась от него. Как вот Рамачандра Пури, Мадхавендра Пури Пас сказал, что уходил, уходил прочь. И если Гурупад Падма игнорирует меня, если Гурупад Падма игнорирует меня, или Шрила Прабхупад Бхактивинода Тхакур игнорирует нас, то в какой плачевной ситуации мы окажемся. Если Гурупад Падма отвернется от нас, то мы потеряемся. Чем больше мы совершаем служение, тем больше отреченности появляется в нас, и смирение — это естественно. Это как математика. В соответствии с нашим смирением удовлетворение автоматически приходит. Это автоматический фактор. Не значит, что кто-то какие-то проблемы создает, нет. Вот мне пытаются всячески мешать. Если я буду рассказывать какие-то истории, то те, кто связаны с ними, будут испуганы. Я могу об этом говорить, но это не очень практично. И вот я начал совершать нам яги в Гопинатх Гире. Какой-то ачарья стал очень недоволен. Послал какого-то ученика туда, чтобы я не мог находиться там. Свободен. Вот, в общем, Бабаджи Махараджу уехать оттуда пришлось.
И вот таким людям лучше заниматься обычной политикой, чем строить из себя духовных людей. И потом, что с этим учеником стало? Если где-то запрещают говорить Харикатху, я не беспокоюсь, я просто пишу книги. Беспокойство у меня от этого не возникает. Но когда, если кто-то оскорбляет Гурвагу, то тогда я беспокоюсь и пытаюсь опровергнуть все их нападки. И вот Рай Рамананда внешне наслажденец, но какое отречение у него внутри. Кто-то может подумать, что Рай Рамананда не вайшнав, но сам Махапрабху хотел обрести его общение. И вот Махапрабху говорит, это воля Кришны, Кришна. И вот кто-то сказал Махапрабху, что в Динагаре живет великий вайшнав. Если ты идешь в Южную Индию, то зайди к нему. Сарвабхаума Бхаттачарья говорил раньше, перед тем, как я обрел твою милость, я шутил с ним, что он делает. Но сейчас я понял по твоей милости, кто такой Рай Рамананда, какое сокровище внутри его сердца, и поэтому я понял, и поэтому ты должен встретиться с ним. И вот Сарвабхаума Бхаттачарья говорит, я понял, что благодаря ему я обрел твое общение и знаю всю Сиддханту. И вот Махапрабху говорит, что Рай Махашой И вот Рай Махашой говорит, хорошо. Но я не знаю, Сиддханта, что нужно говорить, что не нужно. Единственное, что я знаю, что ты находишься внутри моего сердца, и мой язык танцует в соответствии с твоей волей, и это... Я знаю, кто ты. И вот Рай Рамананда говорит, я инструмент в твоих руках, а ты тот, кто играет на этом инструменте, и все, что ты позволишь мне сказать, я скажу.
But you are speaking just opposite. Rai Mahasa speaking, Jai Kahao Sei Kahi Bani. Have musical instrument, you are playing the instrument, so the music coming off. Рай Махашай говорит, кто вы? Я знаю, кто вы. Когда я увидел вас первый раз, саньяси, сидящий под деревом, и первым взглядом вы украли мое сердце. Я знаю. И вот сейчас, говоря так много харикатхи, Рай Махашай сказал, скажите, кто вы. Я вижу нечто удивительное в вас, Махапрабху сказал. Но вы Махабхагавата, и поэтому, куда бы вы ни смотрели, вы везде видите Вайшнава и Бхагавана. Это природа чистого Вайшнава. Они могут иногда жестко сказать, как-то крепко выразиться, но внутри тринадаби смирения, они хотят обнять вас. Но внешне иногда как-то грубо может выглядеть. So, by watching heavy speech from и вот видим. If you like to draw your conclusion about Guru Vaishnava, что нет, некоторые Гуру Вайшнавы выражают протест каким-то неправильным действием и неправильной сиддханте. Может, кто-то подумает, что их смирения нет, но это не так. I cannot get any chance to protect you because your degree of consciousness has gone to such a low level after doing apara. Если кто-то совершает оскорбление, то его сознание, как правило, опускается. Рай Махашай говорит, сказал, скажи, кто ты? Я вижу какие-то признаки. Махапрабху говорит, что это вы Махабхагаваты. Куда бы вы ни смотрели, вы видите Бхагавана там, это естественно. Who is going to watch Bhagavan everywhere and not watching woman, man, nothing, only can watch Bhagavan everywhere. It's called Mahabharata. That is called Mahabharata. So, Mahaprabhu speaking, it is your, so you no, don't try to hide. Рай Махашай сказал, нет, не пытайтесь раскрыться, только что я видел сияние, что я вижу, что сияние из вашего тела, и сейчас вижу, что вы саньяси, не говорите, кто вы, не нужно скрываться, признавайтесь, я только что видел Говинду, и он покрыт золотым сиянием Радхарани, кто вы. И в итоге, когда Махапрабху был пойман Рай Рамананда, то Махапрабху сказал, хорошо, не нужно никому говорить, иначе подумают, что я сумасшедший, вы сумасшедший. Да, я тот Расарадж Махабхав. Я не отличен от него, я явился здесь для особой причины. И вот Рай Рамананда, Махапрабху обрел общение с Рай Раманандой.
around whom all maid servants everywhere, oh no, elephant, horse, everywhere, so much musical instruments, all ministers are there. But still, you please, you know, I'm coming from South, a South Indian trip. So I can take you with me and go to, you and me can stay and together. We can discuss nicely. Well, after that Mahaprabhu gone. Well, coming back, Mahaprabhu again, I come to meet with you, to get your association. I am coming to take you with me. I am going to take you with me to Purushottam. There you and me can stay together. Nice. Ramasa said, Prabhu, surely I can go until lotus feet. But this way you cannot wait me. И вот Махапрабху пригласил его пойти в Южную Индию вместе, а он сказал, что я тут работаю правителем, поэтому много слуг, прислуги, слонов, лошадей и прочие челяди, поэтому будет неудобно, поэтому лучше идите один, я за вами вскоре приду. Спрошу разрешение у царя, и если разрешит, я пойду с вами. И вот Рамананда спросил Раджу Пратапаруду, это был один из сильнейших царей в Индии. If you permit me to stay with Sri Chaitanya Mahaprabhu, then if you kindly will, so you can engage somebody as a governor. King was so happy, wanted to embrace you. И вот царь был очень рад, обнял его и сказал, ты хочешь находиться рядом с Шри Кришна Чайтаньей, Кришна Чайтанья Чандрой, да, конечно, иди, я буду тебе платить всю зарплату. Да, даже больше могу давать, иди, если служишь Шри Чайтанья Чандре. Я сам не могу служить Шри Чайтанья Чандре, поэтому плати, да, иди, служи ты. И царь был очень доволен, поскольку царь... Ну, Господь находился в сердце этого царя. И те, кто считают меня своим врагом, я говорю им, приходите. Я не боюсь никого, поскольку Нитянанда находится внутри моего сердца. И вот внешне могут спорить, но внутри... не могут начать. И вот Рамананда пришел в Пурушоттам Даму. И живет с Махапрабху всю жизнь. Или остался с Махапрабху всю оставшуюся жизнь. Рай Махаша думал, что я столь удачлив, что я нахожусь рядом с Сакшат Паракхилешвам, Шри Кришна Чайтанья Махапрабху. А Махапрабху думал, что я настолько удачлив, что могу общаться с таким великим преданным. И это настоящее смирение. Оно все великолепно в соответствии со своим положением, но все же они думают, что я никто. Это зовется настоящий бхакти. Вайшнава можно узнать по его харикатхе, киртану, настроению.
Может, весь мир может превратно понять его, думать не вайшнав, поскольку говорит правду, но все же... Name, fame, position, all over the world. Hello. But according to Prabhupada, I am thinking this like stool and urine. But some devotees staying in South India speaking, stool and urine coming from my mouth. I approve it. I am never mind. Speaking, stool and urine coming. Okay. It is according to your darshan. You can see stool and urine somebody thinking, ну, каждый, в общем, видит вещи по-разному, иногда в противоположном свете, в зависимости от их самскар. Как, например, свиньи едят испражнения и очень счастливы. Если дать какую-то амриту, будут недовольны, как Индра был проклят. Дурвасы. В итоге что случилось? Индра принял форму свиньи, наслаждался своей свиньской жизнью. И когда период наказания кончился, Брама пришел к нему и сказал: «Вставай, тебе пора на небеса, твой период наказания кончился». Тот сказал: «Что за небеса? Мне тут хорошо. Что это? Если там испражнения, моча, можно ли их есть?» И моя радость в том, что вы все сами пришли ко мне самостоятельно. Почему? Поскольку это мое удовлетворение, что каждый в моей жизни автоматически пришел и уходит, когда время кончается. Я не беспокоюсь, я чувствую то же самое вдохновение. Если весь мир уйдет, то я все равно буду продолжать говорить харикатху или даже более сильно, поскольку я не ожидаю ничего взамен. И когда я нахожу, что кто-то деградирует, я чувствую сострадание. И вот Рай Махашой. Внешне можем подумать, что он материалист. Внешне мы можем найти царя Пратапарудру, что он материалист. Махапрабху хотел показать нам, почему нет. Хотя Махапрабху говорил, что встретить для саньяси, встречаться с царями и женщинами, нехорошо. И вот поэтому все преданные, которые хотели, попросили Махапрабху, чтобы он дал даршан, свой даршан царю. И что вы просите? Он царь. Но он преданный царь, преданный. Я знаю, преданный, но царь все же. Если я пойду встретиться к ним, все будут плевать на меня, что я с царями встречаюсь. Поэтому не могу. Не могу исполнить всю вашу просьбу, если еще раз попросите, и меня больше здесь не найдете. Хорошо, хорошо, успокойтесь, сегодня тебе надо говорить. И вот Нитянанда сказал, что если вы не даруете ему свою милость, то он оставит свое царство, свое богатство и все остальное.
И после этого Раймананда поговорил с Сарвабхаумой и спросил, но знаешь ли ты положение этого царя? Знаешь, кто он? Он обрел полную милость Шри Чайтанья Махапрабху, но внешне Махапрабху так является. Ну, ведя себя в соответствии с традициями индийскими. Этот царь бесстрашно сражался с мусульманами. И кто-то может сказать, что если этот царь убил тысячу мусульман, то как он преданный? Это даже комаров преданные не убивают, потому что людей тысячами. Или как царь Пратапарудра стал великим царем. И вот Рамананда, он великий преданный. Раджа Пратапарудра тоже великий преданный. И когда он убивает каких-то мусульман, чтобы защитить свою страну, страну Джаганатха, это его баджан. Но ты сидишь и повторяешь, Хари Кришна, это не баджан. И также Ханумани, можно сказать, когда Хануман сжег всю Лангу, но все же Хануман говорил, нет, ничего плохого не сделал, просто совершал служение Раме. И также здесь, если царь хочет поручить врагов, то это баджан. В то время как кто-то сидит и повторяет Харинам в уединенном месте, такое нельзя назвать баджаном. Царь Пратапарудра, он считается один из 64 махант. Кто знает об этом, может, 100 лет даже проживут и не знают. И вот среди 64 махант имя царя Пратапарудра там. И вот из этого можно понять, кто мы и кто он, и пытаться понять, что такое баджан. И вот он, царь Пратапарудра, кто, кого обнял Бхагаван, когда... И вот Гур Кишора Дас Бабаджи Махарадж говорит, и вот Бабаджи Махарадж специально однажды пошел в общественный туалет и заявил, что приходите и испражняйтесь, все материалисты, приходите и испражняйтесь на меня. Я не совершал никакого харибаджана, что толку от меня. Вот тут индийская это, как сказать, грубость индийская.
Ну, то есть некоторые люди возмущаются, что кто-то говорит правду и пытаются всячески воспрепятствовать. Но, по сути, возразить у них нечего, только недовольство, что кто-то их бизнес, так сказать, рушит, подъем денег в население под видом религии. Рай Махашой. Все его действия связаны с Бхагавацавой. Но люди не могут понять. Прадюмна Мисра, один из спутников Гуранги Махапрабху, он хотел попросить Махапрабху, может ли он говорить Харикатху. Ну, тот сказал, я не знаю Харикатхи, как Махапрабху сам Кришна. И вот Махапрабху говорит, что я не знаю Харикатхи, я слушаю Харикатху от Рай Махашоя, но сейчас он ушел в свою деревню, подожди, и если ты хочешь пораньше, иди к нему в деревню. Я был в его деревне, получил разрешение от Гурудева и посетил много мест. Я в Гамбхире какое-то время находился, в доме Рая Махашая. Это было подобно сну в моей жизни, мечте точнее. И это между... между... в общем, посередине, между Пури и Алалнатхом, по километров 8 пройти, ну, в общем, по дороге к Алалнатху. И вот, что случалось там, и вообще, что случалось в моей жизни, я думаю, что все очень благоприятно для меня. Special seva. So the servant speaking, actually Rai Maharaj is busy, cannot come. You can inform. I cannot inform. He's not busy. Oh well, whole day gone. Whole day gone. He come back. Again, whole day gone almost. Then after that, he was informed. И вот пришел весь день, прошел, занят был еще, и спросили, чем занимается, вот там девочек танцевать учит, моет их, одевает, украшает, массаж им делает и учит танцевать перед Джагнатхом. И, слышав этот Прадюмна, был шокирован. Я думал, он великий преданный, а тут девочек танцевать учить, что за ерунда. И вот ушел прочь. И пришел к Махапрабху. Махапрабху, он, это параматма, пребывающий в форме параматмы, пребывает в каждом сердце и видит, что происходит. И вот... вернулся, и Махапрабху сказал, слышал ли ты Харикатху от Рай Махаши? Нет, тут проблема. Что за проблема? И Махапрабху начал говорить о славе Рай Рамананды. Ты не понял его. Я сам саньяси. Все знают, что я саньяси, поэтому я очень осторожен на женщинах.
поскольку я саньяси, должен вести себя прилично. И Махапрабху говорил, আমি যে সন্ন্যাসী আপনারে বিরক্ত করি মানি আই থিঙ্ক আই এম হ্যাভিং ডিটাচমেন্ট বাট স্টিল ওয়েন আই হিয়ার দ্য নেম অফ ওম্যান Я сижу саньяси, но когда слышу имя женщины, все же чувствую какую-то реакцию, что говорить, чтобы смотреть. Тут в Индии те, кто носит одежды саньяси брамачари, даже зовут женщину громко, это я вот никогда никого не называю сестрами. Или чтобы я шутил с женщинами, никто никогда не слышал. По крайней мере, я пытаюсь. И опять же, это не значит, что нужно как-то игнорировать женщин. Но опять же, это не следует забывать, что это все в мусульманской стране было, поэтому такое изобилие мусульманских правил и женоненавистничество внешнего очень бросается в глаза. И вот Махапрабху сказал, что это только Рамананда во всем этом творении, которое может учить женщин с такой концепцией, что они... И вот Рамананда думает, что он служит Радхаране с такой идеей, он не думает, что он мужчина, как я могу прикасаться к женщинам. Ну, в Индии, опять же, страна мусульманская, поэтому... Некоторые естественные вещи считаются неприличными. Bhakshidhar Bhaji Maharaj, Guru Kishadhar Bhaji Maharaj. One Guru Kishadhar Bhaji Maharaj at the bank of Ganga, some young boys, small boys, they are speaking all rubbish. Ah, those Mataji is taking bath, you are watching, huh? Yeah, sadhu, speaking all rubbish and throwing stone to him. Under his head, Bhaji Maharaj, his backend eyes. This one, you know, those rubbish, you know, why are they speaking material? It's not sadhu. И вот пока наш ум занят этой материальной концепцией жизни, пока мы не видим душу, пребывающую в теле, а видим только внешнюю телесную оболочку, то мы только крутимся вокруг Харибаджана. Лучше, если бы мы пытались понять настроение Рай Рамананды. Еще можно наблюдать, некоторые люди строят храмы Мадхи, а они становятся какими-то гадюшниками и блядюшниками. Вот Шрила Пури Госвами Махарадж об этом часто говорил, что вот если строят Мадхи, получается бордель какой-то. Лучше, если мы построим храм внутри своего сердца. Почему такие грубые выражения
используйте, поскольку если зайдете в Матхи посмотреть, что там происходит, то поймете, что одно блядство. И вот... After watching woman, Mahaprabhu speaking, if you watch you know doll in a shop of garment, after watching daru prakriti hari monorabhiman, daru prakriti wooden, now fiber, that time was wooden woman with cloth and everything and decor. Dadu prakriti hare munarapimon. Stri darshane stri rahe oishya konjo. Who is there? We can feel. We can. Who is there who cannot feel any reaction by watching one? Mahaprabhu is going to teach us. Not that we can hear. It depends upon my inner darshan. So to meet with Bhagavan, и вот чтобы встретиться с Бхагаваном, we have to, мы должны продвигаться. Если мы застряли где-то, я никогда не хотел быть гуру. Я говорю об абсолютной истине, но я не хотел быть гуру, поскольку я знаю последствия давания мантры кому-то очень опасны, поэтому избегаю этого. И я хочу узнать от Рамананды, я хочу узнать учение Рамананды, кто внешний материалист. Но Рамананда, он лучший из всех. Махапрабху сказал, что я толку принимать саньясу. И вот Махапрабху ехал в сторону Катвы и произнес такие слова, что толку саньяс, если парма мое сокровище, мое богатство. Почему люди принимают саньясу? Зачем? Чтобы совершать служение Бхагавану, чтобы обнять лотосные стопы Бхагавана, гуру Вайшнавов, но мой случай обратный. Я хочу показать миру что-то одно, а внутри меня пустота. И Рай Махаша, даже Махапрабху не мог отплатить Рай Махаша. Махапрабху не мог отплатить Рай Махаша. Это положение Рай Махаша. Последние 12 лет, когда Махапрабху не смог находиться в комнате Баба, переполняло его, если кто-то закрывал в комнате, то Махапрабху. Он бегал по комнате, бился головой о стену. Махапрабху сказал Рай Рамананде Савабдамадару. Махапрабху сказал, и вот последнюю ночь они закрыли меня в комнате, я хотел выйти, но не мог. И разбежался, ударился об стену. Преданные начали плакать. О, Бхагаван. Иногда все, там было трое дверей, все были закрыты, но все же Махапрабху как-то пропадал.
с этой Гамбхирой. Он прыгал в океан, думая, что это Ямуна, или иногда ходил с арийскими коровами. И это моя просьба себе и каждому, что пытайтесь совершать баджан, думайте, чувствуйте что-то, поскольку совершая баджан, жизнь за жизнью, мы почувствуем некое прямое чувство, это очень полезно и практично. Если мы обретем какое-то некое настоящее чувство, это более практично. Шри Чайтанья Махапрабху благословит меня, по крайней мере, мы искренне. И когда-то вернемся к нему. Рай Махашой ушел из этого материального мира. Сегодня годовщина. Когда Харидас Такур ушел, то Махапрабху начал плакать и говорить: Кришна очень милостив, и благодаря милости Кришны я смог обрести такую сангу, как Харидас. И вот Махапрабху говорит: Кришна очень милостив. Это милость Кришны. Кришна хотел дать нам такое великолепное общение. У нас нет контроля Кришны. Кришна хочет забрать его. Наша земля потеряла сокровище, такое великое сокровище, как Харидас Такур, Свавгасай или Рай Рамананда. И вот сегодня мы без их милости объединили буквально. И те, кто настоящие вайшнавы, они тоже вскоре уйдут с этого мира. Jani Shudiham Taravartikesu Gehi Sujayatmo Jarati Matsu Napriti Yukuta Javadar Thashu Loki Vanchaka Bhagavad Sikhi Vasindhu Vavacha Tvatitam Pavana Bhagavishna Bhyuram Jai Sri Raya Ramananda Mahaswai Ki Jai Saparsha Gauranga Mahaprabhu Gaur Pimana